Самарском театре кукол отметили День знаний. Детям представили спектакль «Путешествие Нильса с дикими гусями». Среди зрителей – ребята, которые пошли в начальную школу, в том числе первоклашки. Ну что такое День знаний? Праздник, который продолжается трудовыми буднями. Много работы, много нужно сделать, много успеть. И поэтому 1 сентября мы стараемся сделать красивым, праздничным и радостным. Гостям праздника представили историю о приключениях, которые выпали на долю обычного деревенского мальчишки-сорванца по имени Нильс. Он оказывается в старинном замке Глименхейм в городе кораблей Карлскроне и волшебной стране Лапландии, где можно встретить волшебников. Это история о взрослении, о том, как маленький хулиган и не очень, в принципе, такой хороший человек, пройдя через множество приключений и испытаний, обретает мудрость, доброту, вот, и становится хорошим. В этом спектакле используются разные системы кукол, то есть планшетные куклы, тростевые куклы, марионетки, маски, современные видеоэффекты, проекция прямая, обратная. То есть вот мы старались сделать его, этот спектакль, очень зрелищным, чтобы вот на современного, достаточно искушенного зрителя это производило хорошее, приятное впечатление, это было интересно. Праздник устроили для детей с ограниченными возможностями здоровья и детей, семей военнослужащих. Мой муж сейчас находится на передовой, и вот нас пригласили, чтобы мы как-то развеялись. Спасибо большое, кстати, хоть немножко отвлекемся. Вообще прям здорово, понравилось. Особенно, когда мы вышли с машины, и нас здесь встретили персонажи, прям дети были в восторге, нафотались. На праздник пригласили 250 человек. Для детей приготовили сладкие подарки. Светлана Кудрявцева, Петр Паламеев, «События».